Когда подливка готова, режу телятину на мелкие кубики. Я кладу лярд. Позвольте вам заметить, что в по-отвинскую запеканку лярд никогда не кладут. А я кладу. Тогда это не запеканка, а варево для кошек. Я родилась в лады. Чем гордиться? Я родилась в ботиньоле. Лицевые, две изнаночные. Потом три спускаете и повторяете снова. Это японская резинка. Нет, моя дорогая. В японской резинке две лицевые, одна изнаночная. А у меня наоборот. Вы меня, конечно, извините, но если вы делаете один накид, то у вас остается всего-навсего две изнаночные петли. И для мужского свитера это совсем не подходит. Это уж кому как нравится, но японская резинка слишком избита. Тогда я ему говорю: Эдмон, безнаказанно так мучить женщину нельзя. Ну и что же он? Выругался. А вы, месье Леон, как всегда, витаете в облаках. Ну, где же ваша игра сновидений? А то мы опять запутаемся с партитурами. Вот мечтатель. Мне кажется, у вас стало больше перхоти. У артистов всегда перхоть. Почему вы не попробуете папский бальзам, как я вам посоветовала? У него какой-то восточный запах. Мне кажется, мужчине не идет. Месье Артанс им пользовался. Я хочу похвалиться, что за 20 лет замужества никакую женщину так не любили, как меня. Ах, женщине больше не о чем и мечтать. Он был скрипач, а скрипачи... Встречаются и пианисты с огненным темпераментом. Пианисты режут. Она опять за свое. Да мы просто поговорили. Если вы не заставите ее замолчать, я сделаю это сама. Но не могу же я запретить ей говорить. Ведь она руководительница оркестра. Трус. Жалкий трус! Я протираю шерстяной тряпочкой и беру чуть-чуть полироль.
куплено шатыря. Шатырь не выводит пять, а снимает весь лак. У каждого свой метод. Ну это, конечно, так. Но ведь бывают плохие методы. И вообще, есть женщины, которые ничего не смыслят в домашнем хозяйстве. У меня дома не хуже, чем у вас. Правда, салфеточек меньше. Не всем же иметь изысканный вкус. Я люблю свое теплое и уютное гнездышко. И все мои сувениры. Окружевные салфеточки как раз и создают уют. Зато и пыли в таких гнездышках. У меня обстановка современная, и я этим горжусь. Мебель из металла и пластика. Все светло и чисто. Ничего лишнего. Представляю себе, как в операционной. Нет уж, увольте, я не больная. По-вашему, я больная? Ну, с такими глазами, как у вас. Может быть, моя дорогая, у меня под глазами круги. Но это от того, что у меня есть мужчина. И он меня безумно любит, чего уж, конечно, нельзя подумать о вас. И кроме того, мои глаза не смотрят в разные стороны. Намекайте физический недостаток. Впрочем, совсем незаметный. Вы самая низкая женщина, такую я только знаю. А что же касается вашего любовника, то тут нечем хвастаться. Работает вышибалой. Каждый работает как может. Главное, хорошо работать. Я люблю людей, которые делают хорошо то, за что берутся. Какая мерзость. Какая мерзость! Не понимаю, как в приличных оркестрах терпят таких, как вы. Дамы, дамы, на эстраде не скандалить. Публика смотрит на нас, даже когда мы не играем. Улыбочки, очарование. Можно прекрасно говорить друг другу все, что думаешь, и при этом улыбаться. Памела, ваш цветок. Что, мой цветок? Завял. Я требую, чтобы розы всегда были свежими. У розы была ночь любви. Ла-л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 а. Мадам! Дрянь! Она наступила мне на ногу! Что бы ни случилось, сохраняйте пристойный вид. Перед нами публика. Это ваш долг. Патрон сказал мне. На нас патрон смотрит. Патрон сказал мне, когда выбрал нас после прослушивания с известными оркестрами Макстар и Симфони Бат. Я беру вас, потому что мне нужно женственность и обаяние. Я хочу, чтобы оркестр вызывал у посетителей приятные мысли. О каких приятных мыслях можно говорить здесь, где лечатся от поносов и запоров? И вы думаете, они нас слушают, только и разговаривают, что о болезнях, сравнивают. Нас не касается, о чем думают посетители. И запор у них, или понос. Элегантность и изящество. Для этого нас наняли. И женственность. Сейчас мы играем осенние мелодии Шандуаси в обработке Гольдштейна. Больше чувства и вибрато, пожалуйста. Спасибо. Веселье.
мокрый? У меня всегда есть запасной. Я сменю в антракте после марша из тангейтера. Прекратите! Прекратите, или я ухожу из оркестра! Умоляю, без скандалов! Она сказала, что мне жарко, но не могу же сказать, мне жарко! Чудовище! Мучитель! Обратите внимание на диез в репризе в вашем соло. Мадемуазель Делисис. Я женщина. И, может, гораздо больше женщина, чем вы. Хоть и не вешаюсь на шею первому встречному. Я жду человека, которым своими глазами увижу душу. Обоими сразу? Для вас затруднительно. Или ему нужно метаться из стороны в сторону? Опять?
друзья нас пригласили. Ну, я и говорю. Эдмон! Куда мне сесть? А что он? Говорит, садись куда хочешь, только на мозги на мне. Ему наплевать. Кстати, да. Артисты всегда на последнем месте. В антракте, мадам, в антракте. Вы же знаете, какой у нас порядок. Нам положен бесплатный напиток, но в антракте. Вчера он принес в 12 ночи. А вот по субботам, когда он ждет чаевых, он торопится. За эту неделю я дам 20 су! Жить среди этого хамья. Есть люди, которые считают это нормальным. Но я воспитана по-другому. Я дочь офицера. И попасть в эту клоаку. Это первоклассное заведение. И вы были очень рады, моя милая, когда вас сюда взяли. Не плюйте в колодец. С моим талантом я же концертировала. Я была солисткой. Однажды на благотворительном вечере в зале был Массне. Великий Массне. После концерта он поднялся на сцену и поцеловал мне руку. Я исполняла переложение для оркестра из Миньон и вложила в этот отрывок всю душу. Маэстро был так потрясен, что не мог вымолвить ни слова. У него в глазах стояли слезы. Вам, конечно, этого не понять. У всех были свои успехи. Господин Артанс был первой скрипкой в трактире Цурки в Петербурге. Он играл перед коронованными особами. Но кроме взлетов бывает и падение. Тем не менее он к музыке относился очень серьезно. Он говорил мне, зелье, музыка — это как суп. Он всегда хорош. Душу вкладывать, помогать лечить поносы и запоры. Запор не мешает ценить музыку. Больше того скажу, наоборот. У нас здесь много тонких знатоков. Вчера, например, один крупный бельгийский промышленник рассыпался в комплиментах. Он и о вас спрашивал. Правда? Как забавно. И что же он говорил? Он спросил, не из Рента ли вы? Там вроде бы одна женщина на вас похожа. Гардеробщица в Курзале. Ваш номерок, пожалуйста. Добавила. Я.
женщина. А женщине не запретить чувствовать себя и относиться к жизни по-женски. И, моя милая, я поняла, что удар попал в цель. И что же он? Ничего, продолжал чистить зубы. Ну а ты что тогда? Я положила ножницы, я стригла ногти и вышла из ванной. Взяла и вышла? Представляешь, как я ему обрезала? Я надела пояс, чулки. Ничего, моя милая, рот полощет. Тогда я надела платье и вышла, хлопнув дверью. Во мне все кипело. Я была готова на все. Ну ты же меня знаешь. Я бы пошла с первым, кто бы попался мне навстречу. С первым, кто бы сказал мне ласковое слово. А ну внизу был только старый сторож. А в этом городе ночью ты знаешь ни одной собаки. И я болталась сколько могла, чтобы он как следует испугался. Я даже дошла до собора. Ведь, говорят, ночью он особенно красив. Но ничего не было видно. В четверть третьего я вернулась домой. Я еле держалась на ногах, ведь на мне были розовые туфли, те, которые я потом тебе отдала, потому что они мне жмут. И я натерла ногу. Еще я боялась, ведь уходя, я сказала, что с этим надо кончать! Раз и навсегда! И ведь он мог заявить в полицию из-за Алье. А ведь мне ни к чему не приятно. А кто этот Алье? Боже мой! Это же река в этом Улене! Всем известно, когда женщина в таком состоянии, ей в голову может прийти что угодно. Скажем, река! Ведь я и к реке ходила, но было слишком темно, и я повернула обратно. Понимаю, он, наверное, подумал, что ты умерла. И что же он сказал, когда он тебя увидел? Нет, он меня не увидел. Он тоже ушел из дома. Побежал в полицию? Нет, он пошел с друзьями в бар на вокзале играть в карты! Thank you.
Я все сносила. То, что мы встречаемся тайно и редко в паршивой гостинице, где хозяин обращается со мной как с проституткой. Со мной, которая мечтала ходить, высоко подняв голову, рука об руку с любимым человеком. Но есть одно, Леон, с чем я не могу мириться. Это заигрывание этой ужасной женщины с моим избранником, с человеком, которому я принадлежу. Когда речь идет о вашей жене Калеке, я молчу. Я понимаю чувство жалости, хотя считаю ухищрения низкими. Но здесь, на моих глазах, выставлять свое вожделение на показ перед всем оркестром. Наши отношения не выходят из чисто служебных рамок, любовь моя. Совать вам палец за воротник, а гладить вас по волосам — это тоже служебные рамки? Что на воротнике перхоть. Это ее законное право и обязанность. Законное право на ваш воротник имею только я. Так же, как и на ваши волосы. Я вам все отдала. Свою девственность. Свои мечты, доброе имя своей семьи, пожертвовала всем, даже сестрой-монахиней, которая умрет, если узнает. Все ваше, отныне мое, я выцарапаю когтями, как львица. Львицы кусаются, а царапаются тигрицы, я вам говорил, любовь моя. Отлично! Тогда вырву зубами! Вам плохо? Это чисто нервное, чисто нервное. Чистое или грязное, милочка? Но оркестр это не касается. Только не здесь. Мы лицо всего заведения. Леон, ну, похлопать ее по спине. Пусть думает, что она закашлялась. Никаких скандалов на эстраде. Моя лапочка, моя козочка. Вас не мило фонтена, займетесь потом. Я вас не спрашиваю, как вы проводите свободное от работы время. Да перестаньте же, наконец! Мне больно. Я люблю и любима, если хотите знать, мадам. Нет, мадемуазель, нет. Я не хочу этого знать. Здесь мы в храме музыки. О, это слишком легко заткнуть мне рот во имя искусства. Вы думаете, я стыжусь? Нет, я хожу с высоко поднятой головой. Да, с высоко поднятой. Thank you.
Единственное, о чем я вас прошу, это беречь мои ноты. Вы не представляете, во сколько обходится составление программы. Посмотрите только, кокарды и кукареку, все измяты. А эти ноты — редкость. Разрешите заметить, мадам Артанс, со вкусом у вас дела обстоят весьма печально. Не музыка, а треньканье. Я всосала классику с молоком матери. О, Бетховен! О, Сен-Санс! В заведение, подобно нашему, приходят поиграть в карты и домино, чтобы отвлечься от мыслей о болезнях. Единственное, что посетителям нужно, это приятный музыкальный фон. Этот отрывок веселый, вибрато, с подъемом. Он вызывает мысли о Франции. А в кафе это все, что нужно. Какая пошлость. Какие унижения. Я умираю. Я задыхаюсь. Я не буду петь Ариозу Висталке. У меня пропал голос. Ариоза Висталке напечатана в программе. Черным по белому. А изменения в программе производят плохое впечатление на посетителей. И месье Лебонс нам это категорически запретил. Вы будете петь? Нет. Нет, это слишком! Слишком для моих нервов! На помощь, Леон! Эта женщина попирает меня ногами! Вы жалкое существо, мадемуазель Делисиас. И месье Леон, как мужчина и как артист, обязательно придет к такому выводу. Нет, ну я, конечно, молчу. Это не мое дело. Но если бы кто-нибудь хоть на десятую долю так заигрывал с Эдмоном, как это с бедным мальчиком, я бы дошла до белого коленя. Вот однажды в казино Палавасе. Я отошла на минуточку. Возвращаюсь. Его на эстраде нет. Ого. И ты думаешь, с кем я его нашла? С кем же? С девушкой из туалета. Ну надо же, не может быть. С крашеной блондинкой. Ого. О которой такого понарассказывали. С уборщицей из туалета. И что же он делал? Говорил, будто разменивал франк на мелочь. Но меня-то не проведешь. Знаешь, что я ему сказала? Ну и что ты сказала? А ничего не сказала. Только... Так на него посмотрела, зашла в туалет и спросила, где бумага? А он что? Он зашел в свой туалет, бледный, как полотно, не говоря ни слова. Он понял, что попался. Ты правильно сделала. Их уже время от времени осаживать. Мужчины. У меня их было навалом. Высоких, красивых, с
античными фигурами. После смерти месье Артанса я отдыхаю. Но я хочу заметить, к вашему сведению, милочка, что если только я пожелаю мужчину... Разрешите полюбопытствовать, что же будет? Я найду себе что-нибудь получше. Я вам не позволю. Леон прекрасен, у него греческий нос. При чем тут нос? Вся сила в груди. Сударыни. Месье Артанс был как зеркальный шкаф. Вот это была любовь. Как это примитивно, мадам. Сударыни. Я презираю ваших официантов, грузчиков. До тошноты. И скорее умру, чем позволю этим животным до меня дотронуться. У Леона тело херувима. Нету и намека на живот. Леон, покажите ей. Я не позволю, чтобы говорили, что вы не прекрасны. Сюзанна, ну не на сцене же. А почему нет? Я горжусь нашей любовью. Я брошу вызов каждому. Я брошу вызов общественному мнению. Я брошу вызов всему земному шару. Сюзанна Делисиас, патрон на нас смотрит. Вы же знаете, он не выносит даже разговоров на эстраде. А контракт наш возобновляется каждые 2 недели. Сейчас, сейчас, месье Рибонс, сейчас, сейчас. Сударыни, всем шляпки, кокарды и кукареку. Один так для счета. Раз, два, три. Восхитительно!
слышали, как нам аплодировали? Что же, кокарды и кукареку, по-вашему? Треньканье! Какой эффект, дети мои! Какой эффект! Эта мелодия берет за душу. Француз чувствует, что это написано для него. Нужно иметь рыбью кровь и не любить свою родину, чтобы не чувствовать пафоса этой музыки. Отвечаю вам полным презрением. Патриотизм у меня в крови. Во время войны при полной безработице я отказалась на целый сезон Виши. А я знаю кое-кого, в ком совесть молчала, кто играл даже для оккупантов. Ваши инсинуации разбиваются о каменную стену. Да, это верно, что в 40-м я играла в Париже в пивной, но весь оркестр был как бы в сопротивлении. Мы дали друг другу слово играть фальшиво, если в зале будут немцы. А для этого нужно было иметь мужество. Мы жили как под дамокловым мечом. Ведь немцы разбираются в музыке. Да, насколько я знаю, играть фальшиво вы можете без труда. Ах, раз речь зашла о моем таланте. Раз меня здесь не ценят. Я удаляюсь! Да она напрасно. Сама она, может, и не играла в Виши, но на радио работала. Точно. Эта ссора нелепа, как и вообще любая ссора. Разве речь о вашем таланте? Мой талант. Я смеюсь над ним. Возможно, у меня его тоже никогда и не было. Значит, ничего я не дала. Ни искусству, ни Франции, ни вам. Разумеется, нет. Разумеется, да. Умоляю, Сюзанна, не надо скандалов. Я выше скандала, Леон. Сколько я страдала. Ох! Эти меблированные комнаты! Меблированные! Успокойтесь, Сюзанна! Гостиница не бывает без мебели. Во всяком случае, в Европе. И кроме того, во время путешествий... О каких путешествиях вы говорите? Разве мы с вами куда-нибудь ездили? Только пешком. Другой конец города. Путешественники. А лицо хозяина, когда вы спрашивали номер? Он мысленно был на вашем месте! Что вы придумываете, Сюзанна? Он порядочный человек, женатый. Вы все порядочные и женатые. Мы любили друг друга, Леон. Глядя на часовые стрелки, чтобы ваша
больная, несчастная жена не забила тревогу из-за ваших постоянных опозданий. А я? Я разве не менее несчастная и бездольна, чем она? Сюзанна, это разные вещи. Я не имею права ее оставить. Мы путешествовали без чемоданов. Но зато часы никогда не забывали. Каждый клал свои на столик у кровати. Влюбленные слушают, как бьются в унисон их сердца. А мы слушали, как тикают часы, не дай бог отстают. Ах, эти часы ненавижу! Я их кидаю осень, их топчу ногами! Дайте мне ваши! Любовь моя! Нас все видят! Слава богу, стекло цело. В наше время все живут по часам. Современный человек не сводит глаз с циферблата. Да, я знаю эту современную жизнь. Я была свободной женщиной, как говорится, без предрассудков. Какие цепи висят на современной женщине! Какие гири! И самые тяжелые от часов. Я была свободной женщиной, согнувшейся под тяжестью цепей часовых гирь. Разве это не забавно? Ведь мы друг друга любим. И какое значение имеет время? Решающее. Вся жизнь слагается из времени. А я потеряла свое время. Упустила его. Какое смешное выражение, правда? Потеряла свое единственное время. Ой. Который час на ваш хлен? На моих без четверти 11. У нас одинаковое время. На моих без 12. Сюзанна, умоляю, вернемся на сцену. У нас будет больше четверти часа. Благодарю. Моя программа окончена. Этому скоро будет конец. Вы что хотите, чтобы нас всех выгнали? Хозяин на нас смотрит. Вы этого хотите? Ведьма! Нет, мадам. Впрочем, что касается меня, вопрос решен. Я окончательно отказываюсь фальшиво играть. Прощайте, мадам. Я вам его оставляю. Да, вы правы. Он жутковат. А часы у вас точные? Я влеплю вам 50 франков штрафа и предупреждаю, что в субботу возьму вам замену.
Как вам не стыдно, мадам Артанс? Вы злоупотребляете своей властью. Это вам должно быть стыдно, месье Леон, с вашей бедной больной женой. Она пойдет, ей еще все выложит, чтобы облегчить себе душу. Перестаньте, перестаньте! О, месье Леон, я знаю, что такое мужчина. Я дрессировала и почище вас. Мужчине нужно, чтобы он получал удовольствие. И вам это в вину никто не поставит. Но вы доверьтесь женщине, которая разбирается в жизни. Я сейчас покривила душой. Совсем я не думаю, что вы такой уж тощий. Да, вы хрупкий. Меня это только привлекает, потому что у меня развито материнское чувство. Эти сцены терзают мне душу. Я артист, я не создан для такой жизни. Ничего, деточка. Найдутся люди, которые поддержат вас. Я вас так понимаю. Разве можно устраивать сцены из-за каждого пустяка? Разве немножко радости втайне от всех? Это не счастье? Вы как мышь. Смените воротник, моя лапочка. Только после марша из Тангейзера. Не думайте, что я не люблю свою несчастную больную жену. 12 лет не перечеркнешь. Я мог бы положить ее в больницу. Она неизлечима, меня бы никто не упрекнул. Но я оставил ее дома, несмотря на ее болезненную ревность. Нанял прислугу, женщину, на которую могу положиться. Но сколько это стоит? Вам иногда нужно... я себя чувствую таким одиноким. Вам нужна родная душа, которая бы помогала вам, а не прибавляла терзаний. Вам нужен тот, кто разделял бы ваши чувства. Я как арфа. Любое неосторожное прикосновение меня может разбить. Вы артист. Артист вне искусств не должен иметь никаких переживаний. Маленькие удовольствия, да. Все остальное... музыки. Вы заметили, что все наши неприятности только из-за той тронутой? Она тоже арфа. Да, но с испорченными струнами. Уйти из оркестра. Так, по капризу. Как раз перед кубинской негой. Леона! Деточка! Пойдите посмотрите, что там с этой дурой. Небось, слезами весь туалет залила. Чувство это, конечно, прекрасно. Но нельзя же срывать программу. Ведь каждый из нас в любую минуту может потерять свое рабочее место. Патрон всюду рыщет. Вот ты чует что-то. Я ее всюду искала, и в туалете ее нет. Правда, там одна кабинка была заперта, но я побоялась туда стучать. Дрянь. Тем хуже для нее. Начнем без нее кубинскую негу. Месье Лебонс уже смотрел на часы. Наверное, не понимает, чего мы тянем. Леона на место. Всем шляпки. Скажем, что она отравилась. Отравился же... На прошлой неделе один посетитель грибов поел. Она же страдает! Ты знаешь, я могу понять, что любовь убивает. Однажды я так и сказала Эдмону прямо в лицо. Эдмон, если ты попробуешь приударить за другой, я закрою глаза и нажму на гашетку.
женщину, которая столько выстрадала, сколько я. Есть во Франции законы. Оправдают без суда. Ну и что же он? Он хотел было зевнуть, но остановился и взял газету. Бац! Бац! И я поняла, что попала в цель. Начали. Один так для счета. Раз, два, три. Кубинская нега, кубинская нега, кубинская нега, нега, нега. Кубинская, кубинская, нега, нега, нега. Действует эта мелодия, сразу наводит на мысли. Так ведь это музыка нельзя назвать. Но заставляет думать о любви. Вы, моя милая, меня, конечно, не поймете, но если женщина, как я, например, без мужчины жить не может. Ну вы сами возьмите, этот мой Жорж. Он меня и бил, и глуп был, просто придурок. Но ночью, в конце концов, что же можно сказать друг другу днем? Вы что, и вправду ни разу не были с мужчиной? Есть вопросы, которые даже женщины не должны задавать друг другу. Кубинская нега, кубинская нега, кубинская нега, нега, нега. Кубинская, кубинская, нега, нега, нега. С того, что она щепка. Небольшим мужчинам, как вы, месье Леон, нужно, чтобы женщина о нем заботилась, окружила вниманием, чтобы с ней было тепло. Нужна женщина в теле и знающая жизнь. Для любовника такая женщина — настоящая мать. О, мамочка! Только мамочка меня и любила! Я буду тебе вместо матери, птенчик мой. А щепки только о себе и думают. У них нет ничего лишнего, чтобы предложить другому. О, мамочка! Кубинская нега! Кубинская нега! Кубинская нега, нега, нега. Кубинская, кубинская нега, нега, нега.
думаете, я не страдаю? Иногда я разденусь и смотрю на себя в зеркало, в шкафу. Я красивая. 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 Да, красивая. Но я не могу. Однако это совсем не трудно. Кубинская нега, кубинская нега, кубинская нега, нега, нега. Кубинская, кубинская, нега, нега, нега. Понимаешь, что Эдмон хам? Ну да. Большего негодяя просто не найти. Ни одного ласкового слова. Вообще ни слова. Нем, как рыба. Медведь. Ну вот в чем дело. Он. Часть меня. Когда он уходит, уходит моя часть. Я вся ожидание, когда он соизволит вернуться. И тогда, тогда я снова стану целой. Ты понимаешь, о чем я? Яснее ясного. Дело не в нем. Дело-то в тебе. И именно поэтому, если он соизволит приударить за другой, он получит всю обойму. Паф-паф-паф-паф-паф-паф-паф-паф и бац! Это и есть любовь. Кубинская нега, кубинская нега, кубинская нега, нега, нега. Кубинская, кубинская нега, нега, нега. Наплевать мне на все! Жена все плачет в кресле, а это тоже со своими страстями и слезами. Плевать мне на них, плевать! Что за крест? Я с ними плачу с обеими 2 раза в день. Первый раз в гостинице, 2-й раз дома. 1 раз одетый, 2-й раздетый. Я худею, извожусь, мучаюсь. У меня лезет в желудке. Но в глубине души, совсем в глубине, на самом дне, я вынужден признать, что мне на все наплевать. Иногда я сбегаю от них. И один, совсем один, иду на берег реки, туда, где пляж и бассейн. И смотрю на женщин, которые купаются или лежат на солнце. Я делаю вид,
что просто гуляю или ищу кого-то. Но это не так. Я никого не ищу. Я сам солнце, и все они мои. И я могу менять. То я с блондинкой, то с брюнеткой, то с крашеной, то с тощей, то с толстой. Все мои, все мне повинуются. И совсем молоденькие, которые еще ничего не умеют. И матери, которые, если отдаются, то наслаждение наверняка. Мне предлагается все самое лучшее, самое сокровенное, распластанное и обнаженное, чтобы не упустить ни единого лучика. Им вдолбила реклама, что нужно обжариваться со всех сторон. Обжарено, зажарено, пережарено, на вертеле шашлык. И повар я! Я Нерон! Я Тиберий! Все мои! И с одними я ласков, поцелуйчики, сантименты, а других я плеткой, плеткой! Некоторых я вообще потом приказываю казнить. А тут представьте, порядочные женщины, все мои, все до одной, самые красивые. Да здравствуют курорты! Огромный пляж и все голые! Все! Закон! Под страхом смерти! Месье Леон, нельзя себя так вести в оркестре. Патрон на нас смотрит. Кто послал вас на мою голову? Что, свиньи, я вам за это плачу, да? За то, чтобы вы стрелялись у меня в туалете? Да еще в час и пик, чтобы всех посетителей распугать. Какие у вас тут драмы? Мне наплевать! Завтра же нанимаю другой оркестр. Она умерла? Ну, играйте же, идиотки! Играйте! И чтобы все заплясали! Чтобы всем было весело! И чтобы никто ничего не заметил! Она умерла? Не знаю! Послали за врачом! Музыку, черт побери! Музыку! Ах, дети мои, меняем номер. Номер 6. Играем в «Гавот маленьких маркиз». Ах, дура. Я говорила, она принесет нам несчастье. И что это ей вздумалось покончить с собой? Только чтобы насолить другим. Всем шляпки с подъемом. Один так для счета. Раз, два, три. Ну! Thank you.
макияж и прически. Декорации, костюмы Кристина Седлярова. Пожалуйста, можете себе вручать.